Сколько может стоить автодом для зомби-апокалипсиса, как в предыдущем ролике? Удалось на выставке найти похожий даже на той же платформе MAN. Снаружи суровый грузовик, внутри люксовые апартаменты. Даже стеклопакеты такие, как в обычном доме. Знаете, какой самый большой минус кемпера для меня? Его ограниченная автономность. Что здесь? 520 литров запас чистой воды. 160 литров серой, это душ, кухня, в общем-то вода, которой вы пользовались. И 80 литров для черной воды, это туалет. Аккумулятор жилой зоны на 800 ампер-часов. И солнечных панелей почти на 1500 ватт. Круто, но для такого типа автодома дома это норма. Теперь по цене. 1,5 миллиона евро, но это цена от и без налогов.